Меня зовут Марина, и это вступительное видео к такому онлайн-дневнику, который будет основан на подходах и принципах тренировок от Егора Рубановича, канал Heavy Metal Gym. Я последние 2 недели активно читаю все его статьи, смотрю видео, и вот мне на днях пришла такая идея в голову, что почему бы не попробовать поприменять все эти принципы на себе и посмотреть, что из этого выйдет. Я человек, в принципе, не совсем спортивный, не спортивный, я далекий от всего этого фитнес-безумия. Но при этом я регулярно занимаюсь уже 8 лет и постоянно читаю какую-то информацию, что-то ищу о здоровом образе жизни, о питании, да, о тренировках, стараюсь развиваться. И вот недавно я наткнулась на канал Егора, и наконец-то я там начала находить ответы. Что, как, почему так надо делать, что, зачем, когда, куда развиваться и все такое. Я не знаю пока, в каком формате все это будет. Посмотрим. А, да. И я, конечно же, решила написать Егору, спросить разрешение о том, что я буду ссылаться на него. И что мне очень понравилось, Егор сразу же отозвался, ему идея очень понравилась, и он решил мне в этом помочь. Я пока не знаю, как это все будет выглядеть. Он мне прислал уже программу. Ну, программа, я напишу обязательно прям ссылку, где она расписана. Это в одной из его статей, по которой я буду заниматься. Я думаю, мы будем делать какой-то раз в месяц такой отчет о том, как я продвинулась, да, что, как я меняюсь. Посмотрим, к чему это все вообще приведет. Как я ко всему этому пришла. Я повторюсь, да, я занимаюсь 8 лет регулярно. Началось это у меня все где-то года 24. Я пошла в тренажерный зал, ну, в фитнес-студию, да, конечно же, на групповые занятия. Я ходила туда регулярно 3 года примерно, 5-6 раз в неделю на групповые занятия, на самые интенсивные. Но у меня не было цели никакой похудеть, я хотела повысить свою выносливость. Но меня это ни к чему не привело. Я только начала терять сознание на этих занятиях, и тогда я решила завязать. Продолжила я заниматься дома по каким-то статьям, по каким-то видео. И меня, в принципе, все устраивало. Я никогда не там... Ну, у меня от природы хорошие данные, у меня неплохая фигура. То есть у меня есть грудь, есть попа, есть талия. Это как камень, да, который надо просто отшлифовать, и он тогда начнет сиять. То есть я никогда не жаловалась на свою фигуру, у меня не было особо лишнего веса. Но так как я люблю развиваться, люблю расти, примерно год-полтора назад я поняла, что мне этого недостаточно, то, что у меня есть. Надо как-то что-то попробовать поменять. И тогда я смотрела какие-то картинки, видео, и со временем у меня сложилось примерно, ну не примерно, то есть сейчас у меня есть четкое представление, как я хочу, чтобы выглядело мое тело. И как бы вот читая, смотря видео, я поняла, что да, дома мне этого не сделать. И тогда я приняла решение пойти в зал. Но, как всегда, первый вопрос, а что там делать?
с чего начать, потому что дома это одно, в зале это другое. Я тут же начала читать, смотреть, и вот, получается, наткнулась на Егора. Потому что, я скажу сразу, я не доверяю тренерам. Я не доверяю тренерам, я знаю, что... И Егор тоже об этом постоянно говорит, что фитнес-индустрия — это бизнес-индустрия. Все хотят от тебя только денег. И я их прекрасно понимаю, я тоже хочу денег. Вот, но никто не заинтересован в твоих результатах. То есть все тебе хотят только побольше продать пакетов и все такое. Поэтому я хочу делать это сама. Я буду это отрабатывать, может быть, снимать что-то в зале. Я уже попробовала, не знаю пока насчет съема в зале, потому что меня, если честно, это отвлекает. И я буду начинать прям с первого уровня, с начального. Посмотрим, как быстро я буду прогрессировать, потому что желание у меня есть, сила есть. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Это было такое вступительное видео. Может быть, будет еще какое-то одно. Посмотрим. Пока я не знаю, как это будет все дальше, в каком виде, как это будет называться. Но главное — начать. Stay metal. Живет в России, рекомендую к употреблению шикарные батончики от российского производителя. Разнообразие вкусов и результат вам гарантирован. Подписывайтесь на канал моего друга, который тренирует своего сына. И вы узнаете, как грамотно развивать своего ребенка психически, физически с самого раннего возраста.